Россия потребует от Совета Безопасности ООН дать оценку действиям Турции, чьи военные обстреливают территорию Сирии. Об этом сообщили сегодня в нашем МИДе, подчеркнув, что провокационная политика Анкары, эта цитата, создает угрозу безопасности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами. Турецкая артиллерия уже несколько дней наносит массированные удары по приграничным населенным пунктам, которые сирийская армия и курдские ополченцы освободили от боевиков. Есть данные о многочисленных жертвах среди мирных жителей. Также поступают сведения о том, что при содействии Турции в Сирию продолжают проникать вооруженные наемники для пополнения рядов ИГИЛ и других группировок, запрещенных во многих странах, в том числе в России. Это неприкрытая поддержка международного терроризма, заявили в МИДе.